Всем привет, дорогие друзья, подписчики, зрители, да. С вами, как всегда, Драйвер51Рус. Значит, сегодня у нас опять версия игры, как всегда, не меняется. 03.03.16. Версию сможете скачать в группе в разделе ссылки, да. Сегодня будет у нас обзор на мод раз 260 от Сереги Пасечника. Так, создаем его, где вот есть тоже опять это из последних сливов, что посливали моды у Сереги. Значит, посмотрим, что за машинка. Ссылочка на машинку, ребят, будет под видео на канале. Значит, вот такой у нас день-ночь. Вот такой у нас крас, такие колеса, видон из салона присутствует, ребят, присутствует анимация руля, салон, текстурки, все отлично на высоте. Значит, что у нас есть, давайте колеса поглядим. Так, значит, такие шоссеечки, да, были стандартные какие-то, тоже не шоссейки, а тапки там были такие. Цепи на колеса, ну-ка, что тут у нас с цепями, ага, вот такие, это потушки, с подкачкой, все, все дела, все как положено, а ну и все, да, давайте я поеду вот на этих колесах, уж нравятся они мне, так, смотрим, что это у нас, ага, запасочка, есть, кстати, так, это что было, что-то подвисли, снимем, давайте посмотрим, ага, это вариант дуплет таких колес, это свой звук, ребят, присутствует на автомобиле. Ну и день, синхронизации нет пока света. Так, ясно. Ну да, это из числа, что есть колесики там с цепями, что ли, по-моему. Так, бортовая дефолт пошел, платформа, автономка, маячки, гаражная сцепка, ремонт какой-то тут, ага. Ага, вот он, 800 литров, 600 ремонта, прицепы, все остальное, ребята, ага, защита. Присутствует, ребят, защита. Прикольная такая, кстати, защитка. О, и запаска еще на верхушку. Обалденно. Ну, это тоже из числа, вот вторые, по-моему, колеса, да. Ну, я один хрен поеду. Вот на этих они мне понравились. Так, ну и все, тут что, по дефолту дефолт даже ставить не буду. Все ставится, все, ребят, загружается. Вот. Так, все. То, все. Все есть. Все работает. Свет. Гудок. Свет, гудок. Погнали, короче. Такой. Для разведки крадик. Анимация, ребят, карданов присутствует. Анимация брызговиков. Ссылочка, ребят, на кразик будет под видео на канале, еще раз повторюсь, да, в группе. Погнали, включаем полный привод, дифференциал, все врубаем, погнали, короче, полным ходом. Свой приятный такой звук у него обалденный, ребят, конечно. Ну, естественно, про мод, что могу сказать, у Сереги, как всегда, на 5 баллов мод. Мод был в привате долгое время, ну вот видите, странным, непонятным образом. Анимация трасса даже, видите, ребят, присутствует. Странным образом, видите, тут слилось все это дело, тут 4 мода у Сереги убежало. Из-за непонятных каких-то проблем, не Серегиных. Вот. Ну, что делать, как говорится.
давайте забудем об этом. Будем наслаждаться Серегиным краном. Крас, конечно, глядя, вообще едет как этот. Как будто это не грязь, а асфальт, наверное, какой-то. Пофигу, веники вообще. Шпарит ветер в харю, я еду быстро очень. Не-не, обалденная машинишка. Кстати, по-моему, из этого краза и таргана делали, красили там. Типа приватный делали, ему тоже. Все там на скринах видели это, ребята, вот этот крадик, наверное, есть. Только текстурки поменяли. У меня как раз вообще зачетные, ребята, колеса, все просто офигенно. Как обычно. Ну, вот кто пишет, можно обзорики на нем писать. Смотрите, какой клевый. Клевый крадик такой для разведки. Соляр взял, ремонт взял, пофигачил. Да, труд даже. Смотрите, Серега не запарился сильно, да? Даже зафигачил анимацию, до какой степени он труд болтается. Грузить его не будем, ребята, хотите, скачивайте, вот все ссылочки там будут на скачку. Проходите и качайте, и катайте, и грузите, то, что уже. Пока есть время, вот видите, потриндеть тут добрался, а то я ночами пишу обзоры, супруга спит, поэтому не поговорить приходится, молча там писать обзорчики. И тут добрался до микрофона, жена на работе. Много модов тут надавали мне. Да плюс еще вот Сереги, ну тут все посливали что-то 4 штуки подряд. Хотя долгое время эти все моды и нами, и МАЗ, что там еще, и ЯС 214-й. Плевать, долго висели эти моды. Тут все-таки, вот видите, думаю, все равно Серега как бы на них денежку-то заработал в свое время, как бы, пока они были в привате. Наверняка ж покупали люди-то. Не зря ж они в привате были, да и цена была такая у них. Ну, это цена за счет того, что за это еще брали проценты там посредники, поэтому ценник был большой. Если убрать эти проценты, я не думаю, не так уж они дорого и были, там рублей по 500, наверное, нами только, наверное, рублей 700 стоило, а вот эти все, которые 500-700, ну, значит, получается 30% там вычитайте, смотрите, сколько там остается основная цена этого мода. То есть я думаю, Серега эту сумму скидывал народу там. Вот. А так крас, конечно, офигенный. Приятненький так едет, мягенько. Журчит моторчик у него. Приятный звук. Ну, у меня не сильно слышно, ребят. Так что скачайте, послушайте. Опять же, розыгрыши будут. Кому интересно, ребята, на 2000 человек в группе, на 2000 человек на канале будут розыгрыши, так что, ребят, делитесь видео, делайте репосты, ставьте лайки, подписывайтесь на две мои группы, там под видео есть первая, вторая группа, обязательно надо быть подписанными, подписанными на канал, все это, естественно, после розыгрыша проверять буду, смотреть, чтобы не было там никакого, как говорится, мошенства с вашей стороны. Вот. Все это будет разыгрываться через трансляцию. Так что с моей стороны тоже никакого обмана. Будем смотреть, кто-то зашел в Дискорд. Да, ребят, ссылочка там у меня есть на Дискорд. Кому интересно, проходить. Бывает тут у нас посиделки, потриндеть, а то и поиграть. Можем, общаемся тут с ребятами. Ссылочку найдете также в группе.
кому интересно. Вот. Да. Ну что сказать, хороший, отличный мод. Надеюсь, что Серега не забросит все это моделирование и сделает еще лучше моды. Просто надо смотреть, кому даешь. Уже как бы надо определяться, кому давать, кому не давать, кому продавать, кому не продавать. Надо быть поаккуратнее, значит. Да, конечно, подвесочка, смотрите, какая вообще. Прям, ух, давайте тут по лобовой, я думаю, как всегда, да. Урон, как всегда, по лобовой у нас. Сейчас мы еще выедем, сделаем скрин на данный кразик, и на этом обзорчик уже будем заканчивать. Очень много обзоров у меня там лежит в ограниченном доступе, надо все это повыкладывать. Напилил я тут их, времени не было подкорректировать их, там подправить по описанию, поэтому сейчас допишу обзорчик и пачкой, скажем так, выложу обзор, или, я не знаю, по одному буду выкладывать там, как оно там пойдет, посмотрим сейчас. Наверное, обзоров 8, наверное, записано, лежит в ограниченном доступе, надо будет открывать потихоньку. Вот сюда давайте еще состояние посмотрим у него по скорости. Я думаю, под 40 идет, в принципе, больше-то тут и не надо. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Сорок выдавливает километров, ребята, в принципе, я думаю, что для спинтереса это как бы по говну тут кататься, в принципе, достаточно, как бы, как ни крути. Гараж. Да японский шатается весь как колбаса. Давайте на мосту мы тут его защелкнем вот так вот. Парами без пар. Давайте такой для видоса поближе. Вот, ребята, получается вот такой мод от Сергея Пасечника, ребята. Ну, единственное, что Серега не сам выложил, слили этот приватный мод буквально 3-4 дня назад, да. Ну, вот такой обзорчик, ссылочка на мой будет под видео на канале, уже как бы он везде есть. Так что, ребята, качайте, не пожалейте, мод офигенный, у Сереги все хорошие моды такие, приятненькие, красивенькие, с анимашками, с колесиками, со всем там. Так что вот такой был обзор. Не забывайте про розыгрыши в группе, про розыгрыши по каналу у меня. Значит, будут лицензионные стимовские игры. Вот, кто постоянно смотрит и смотрит полностью видосы, естественно, в курсе всего этого дела, поэтому будьте активней, смотрите видео, слушайте, о чем я вам говорю тут, если вам, конечно, это интересно. Вот, ставьте лайки, делитесь видосами. С вами был Драйвер51Рус. Качайте мод, мод обалденный. Всем удачки и всем пока.